Раз претензий нет, то и задерживать пьяного супруга они не станут. Тем более, что орудие преступления, такого клинуша, о котором говорила пострадавшая, полицейские в квартире не обнаружили. Светлана Минчикова, Михаил Федотов, Оксана Тарова и Никита Забродин. Телекомпания НТВ, Владивосток. О том, что еще важного и интересного произошло, мы раньше других узнаем, но вы, конечно, первыми увидите. Всего хорошего. Оставайтесь с нами, давай. Здравствуйте, на НТВ новости в студии Андрей Кутрик.